Заблестит к тебе ночами длинными, летит моя любовь, летит над русскими равнинами. Скажи, сосна, береза, клен, любви мои свидетели. Он до сих пор в меня влюблен, влюблен, они ответили. Когда наступит срок счастливому свиданию, меня коснулся ветерок, как бы твое дыхание. И снова месяц тут, как тут, блестит в начале вечера. Я верю, счастье дни придут, наполненные встречами. Спасибо. И последнее, заключительное стихотворение, тоже светлое, доброе, Маргарита Алигер. Как сообщение потомкам, завещание потомкам. Все, сделанное человеком, рассказывает нам о нем. Проверено не только веком, не только годом, каждым днем. Полны душевного горения доходят к нам из давних лет его труды, его творения, как звезд ушедших дальний свет. Душа чужая. Не потемки, а электрический разряд. И вы, далекие потомки, когда глянетесь назад, поймете, щурясь от сполоха, пронзающего толщи тьмы, что это светит та эпоха, которую творили мы, что это бьет источник света из сердца каждого из нас, откуда первая ракета слетела в космос первый раз. Сейчас импровизация, да? Импровизацию можно. Что-нибудь, ну, романтическое такое, вот прям... Снова романтическое. Мы с тобой встретились посреди лета. Были голубыми, даже твое имя неизвестно мне, только остается мне с тобой встречаться звездными ночами, да и то во сне. Но вот я узнаю твой адрес, и льет ли теплый дождь, падает ли снег, я в подъезде против дома твоего стою. Жду, что ты пройдешь, а быть может нет, стоит на тебя увидеть, как я счастлив. Грустно и смешно наш устроенный мир. Сердце любит, но не скажет о любви своей. Пусть живу я, и не знаю, любишь или нет. Это лучше, чем, признавшись, слышать «нет» в ответ. Песню подобрал на гитаре я. Жаль, что ты ее не слышишь, потому что мне и грустно, да? Я тебя назвал самой нежной и красивой, и это правда. По ночам в тиши я пишу стихи. Пусть вернят, что пишет каждый 15 лет. Строчки, только точки после буквы «Г». Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел. Сказать хотел, но не сумел. Но я верю, тает снег весной всегда. И, быть может, мне ты скажешь «да». Следующий. В ряд наших ангелов выйдет девушка, прекрасная, интересная исполнительница Любовь Бахтина, она же Эльбах. Ху-ху! Всем добрый вечер. Относительно ангельского настроения, да, конечно, я сегодня, мне кажется, больше к демонам себя отношу. Даже прекрасная прогулка по центру как-то не разрядила моего внутреннего состояния. Но при этом вообще не считаю, что алкоголь это разряжает, честно говоря. Но мне даже кажется, что обостряет такие черты. Да-да-да. Вот. Первое стихотворение, которым хотела бы поделиться, связано с произведением Достоевского «Идиот».
Произведение, которое меня просто вытряхнуло, можно если так сказать, наружу все, что во мне было, в моей душе. Я еще неделю, наверное, ходила, переживала все прочитанное. Безусловно, оно мистическое, безусловно, оно содержит в себе и демоническое, и ангельское, как, впрочем, наверное, все в жизни. Я считаю, что все в природе, в жизни, все двояко, все имеет свою темную и светлую сторону. Так вот, по Достоевски. О, как страшно мне было! И слабость в ногах, и мелко так дрожало тело, когда ты, сорвавшись от церкви ко мне, как в объятья смерти спешила. Платье твое летучее и взор горел так отчаянно горько. Возьми, забери меня, слышишь, куда глядят глаза, но немедленно только. О, знает лишь Бог, помутнел мой ум, а, впрочем, совсем исчезнул, когда потихоньку проулком, таясь, я в дом ее свел, как в могилу, под утро, запертом, темном дому, на брачном медовом ложе, раскинувшие руки тебя найдут, и меня, верного пса твоего, тоже. Напустила жути немножко.